Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В этом году мы впервые столь масштабно отмечаем дату окончания Второй мировой войны, которая стала самой кровопролитной и завершилась благодаря мужеству и стойкости советских солдат, которые плечом к плечу воевали с китайскими и монгольскими воинами. Приближается торжественный момент. Командует парадом начальник штаба, первый заместитель командующего войсками ордена Ленина Краснознаменного Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Павлович Лапин. Принимает парад, посвященный 70-й годовщине окончания Второй мировой войны, командующий войсками ордена Ленина Краснознаменного Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Владимирович Суровикин. Для встречи слева! На край! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-полковник! Поздравляю вас с 70-й годовщиной окончания Второй мировой войны! Ура! Мы по праву гордимся тем, что среди многочисленных героев самой кровопролитной в истории человечества войны, ратный подвиг, который бессмертен, наши земляки-забайкальцы. Прошедшие годы изменили мир, но он не избавился от нестабильности, войн и вооруженных конфликтов. И тем, кто вновь пытается возродить нацистскую идеологию, разговаривая с позицией силы, кто сеет расовую вражду и экстремизм, дата 2 сентября 1945 года – это предупреждение от неотвратимости возмездия. Уважаемые товарищи, в условиях возрастания определенных политических, экономических и военных угроз со стороны реакционных сил войска Восточного военного округа совершенствуют свой профессионализм. Слава ветеранам-фронтовикам! Слава народу-победителю! Ура! 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 День Победы! День Победы! День Победы! Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. День Победы! День Победы! День Победы!